Слушаю внимательно, записываем ориентировку. Около 18 часов, в городе Могилёве, инспектор ДПС, лейтенант милиции Потапович выбыл для разбирательства по факту ДТП. 18:27 прислал сообщение по Вайберу. Срочно, 3 цыгана, черная Волга, регистрационный знак русский. После этого сообщения сотрудник с табельным оружием пропал. Весь личный состав областного управления внутренних дел был поднят по тревоге. В регионе ввели план «Сирена». Спустя несколько часов в лесном массиве было обнаружено тело сотрудника органов внутренних дел с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 362 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Убийство сотрудника органов внутренних дел». До утра сотрудники Следственного комитета, судэксперты и милиционеры осматривали место происшествия. Были изъяты вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного дела. Сегодня устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Работа продолжается. Максимальное наказание за совершенное преступление – пожизненное заключение или смертная казнь. Но пока убийц офицера не нашли. На блокпостах продолжаются проверки всех подходящих под описание транспортных средств. Напомним, это черная «Волга» с наглухо тонированными стеклами на российских номерах. Предположительно, 67-й, 68-й или 69-й регион. Как сообщили в полиции Смоленской области, разыскиваемый автомобиль не въезжал на территорию России. Ориентировки на него переданы всем сотрудникам. За любую информацию милиция обещает вознаграждение. Ангелина Дикон, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.